Друзья, всем привет. Увидел как-то уличный сортир. Ну, такой вот, такого плана. Дальняк. Финляндии, да, и там типа свет, там у них чего только нету. Короче, крутой сортир. Вот, решил начать стремиться к чему-то подобному и дорабатывать, так сказать, свой сортир. Ну, вот, всякими фишками. Ну, что-то были идеи там сделать зарядку для телефона. Ну, потом что-то я подумал, ну, ее нафиг. Вот, и, короче, решил сделать хотя бы свет для начала. Вот, если у вас есть какие-то мысли, там, что можно добавить, напишите в комментариях, там, может быть, вентилятор поставить какой-то. Ну, на самом деле, свет, конечно, наиболее нужен. Ну, вот, особенно, если он будет на солнечной батарее. В принципе, у меня разводка уже почти сделана до сюда. Вот, осталось переделать немножко электричество. Вот, но пока руки не доходят, сделать постоянный свет, поэтому будет солнечная батарея. Вот, солнечная батарея уже прикручена. Солнечная батарея покупная в Алиэкспрессе. Так, я сейчас открою дверь сортира, ничего страшного там не будет. Откроем дверь сортира, заходим. Здесь вот такой вот сидушечек, все прилично. Туалетная бумажка, коврик. Так что будет чем стремиться, да, здесь грязь, натоптана просто. Сейчас грязно на улице достаточно. Вот здесь коробочка, здесь стоит аккумулятор. Ну, типа 18650. Сколько там, 200 чем-то, 1000 мАч. Вот, он заряжается от солнечной батареи. Там стоит, значит... Это солнечная батарея у меня на 12 вольт, к сожалению, поэтому пришлось поставить понижающую модуль. Ну, я его вытащил просто из какой-то, это, из Bluetooth, ну, короче, FM-ресивер MP3 в машину, да, то есть он не рабочий был. Я вытащил его на микросхеме, типа кренки наши, только маленькие. Вот, дальше стоит модуль зарядки и, собственно, сам аккумулятор банка. Вот, и один транзистор, два резистора и диод. Если кого-то интересует, я, может быть, сделаю когда-нибудь видеоролик. Вот, просто напишите в комментариях вот с этой схемой, да, то есть обычный PNP-транзистор, вот сейчас светодиоды начинают гореть, просто темнеет на улице, вот, они начинают потихонечку разгораться, ну, потом они будут сильнее гореть. Здесь я еще оставил вывод, здесь можно будет в сарайку прокинуть, вот, в общем, вот, здесь все находится. Для безопасности я засыпал песком, то есть там герметизирован аккумулятор, да, то есть там в полиэтиленовую пленку, замотан скотчем и засыпан песком. Ну, потому что эти аккумуляторы могут взрываться, а мне пожар здесь не нужен. Вот. А больше здесь гореть, по идее, нечему. Он будет загораться. Здесь ток очень маленький. Приходится, да, то есть светодиоды здесь не будут ярко гореть. Ну, в принципе, я думаю, достаточно, чтобы осветить туалет. Вот. А светодиоды из фонарика я просто взял банально. Там фикс-прайсовские фонарики я когда-то для каких-то поделок разбирал. Это вообще из-под салата чука, да? Может быть, кто-то уже догадался, пока смотрел видео. Вот. Ну, в принципе, удобно. Такая коробочка. И, в принципе, она, ну, не особо прям выдает себя то, что ты из-под салата. Вот. Будет свет и будет хорошо. Все, всем спасибо.